Устала девочка, утомилась. Здесь можно переночевать. Спят, устала, ей игрушки, книжки спят. Утомилась, блогерша. Всем привет! Меня зовут Алексия, и вы на моем канале Алексия Official. И сегодня у меня очень интересный челлендж. 24 часа в игровом центре. Я выбрала Мазопарк, потому что говорят, что этот центр самый большой в нашем городе Санкт-Петербург. И я тут буду играть и даже спать. Ну, в общем, все как дома. Ну, давайте пойдем уже. Пойдем изучать эту зону. И роллер-дром здесь. И боулинг, и бильярд, кафешка, и много всего интересного. На 24 часа должно хватить. Ну что, начнем с твоего самого любимого? Да. Игрушки выигрывать. Забить три мяча, точнее не забить, а... Разбить три тарелки, и тогда выиграешь игрушки. Ну давай. Мимо! Мимо! Мимо, Алексия! Ну что ж, думаю, что это еще только самое начало, так что куча интересного впереди. Пойдем дальше? Да, пойдемте. Кстати, не забывайте, что этот ролик тоже принимает участие в моем супер-розыгрыше. Так что выполняйте все условия и принимайте участие. Ну а мы уже пойдем. Ну что, вот она наша дорожка, и первый бросок бросает Алексия. Давай! Ну и как? Слабовато. Каши мало ела. Ты своим способом. Давай посмотрим, может быть, так лучше будет. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ес! Ура! Что-то выбило. Первый удачный твой удар. Класс! Поздравляю! Алексия, давай! Вау! Круто! Одна только осталась! Алексия, ты молодец! Ну что, сравняли счет Алексия и Ксения по 35 очков. Неплохой результат, Алексия, ты молодец! Крутышка! Мимо! Алексия, ты смотри осторожно! Что-то как-то удача отвернулась от тебя. Как-то все не в твою пользу. Да. Может, пора менять боулинг на что-то другое? Здесь роллер-дром катается и на самокатах, и на роликах. А там еще куча-куча всего. Целый город игровых зон. Алексия вон уже зовет нас. Пойдемте смотреть, что здесь. Мы зашли в какую-то странную комнату, где здесь вообще никого. Вот где тебе удобненько будет переночевать. Как ты считаешь? Ой, смотрите, это какая-то штуковина. Какая-то штуковина? В виде груши. В общем, это комната, где можно снимать стресс, я так поняла. Можно колотить все, что ты хочешь. Груша, вот так да. Вот ногой, выбить. А это можно, да, ногой бить. В общем, здесь есть, выхожу, где снять стресс. Тебе страшно? Мама, не пугай. Здесь можно переночевать. Так, Алексия проявляет себя как баскетболистка. Смотрим. Ну! Молодец! Есть! Есть! Уу! Круто! Молодец, Алексия! Тут реально можно
кафешка. Да, тут есть кафешка, где можно реально весь день здесь гулять, здесь же кушать. Вот такие огромнейшие куски пиццы здесь. Они просто огромные. Просто огромнейшие. Это как полпиццы. Точно, это, по-моему, даже почти как целая пицца, я бы сказала. Класс. Приятного аппетита. Спасибо. Что, решила на роликах? Да. Ну как? Такая классная дорожка, реально круто. Такая классная. Такой на улице, конечно, нигде. Да, на улице такой гладкой дорожки нигде не будет такого покрытия, это правда. Ну что, долго еще будешь здесь кататься? Да. Ну что, стартует наш музыкант на ударниках. Поехали, Алексей. Нужно попадать ногами и в тарелку руками, палочками. Если она попадает, то ей баллы набиваются. Музыкальная установка, прикольная очень. Сосредоточенная. Ногами, ногами, Алексей, ногами, да, 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 да. Вау, рука. Гоу, гоу. Поехали. Мне гол, нет. Ну что, Алексей, утомилась? Утомилась? А ты знаешь, сколько мы уже здесь находимся? Как думаешь, сколько? 2 часа? 3? 24? Нет, еще пока не 24. Но вот на данный момент сколько мы здесь, ты знаешь? 2 часа. Ты думаешь, что часа 2? А ты знаешь, сколько прошло? Уже 6 часов. Ты представляешь? Реально, здесь время бежит так незаметно. Уже 6 часов прошло, как мы здесь. Я сама в шоке, когда посмотрела на часы. Да, я сама была очень удивлена. Я в шоке, да. Представляешь? Я не верю. Да сама не верю. Перекусик. Приятно, когда здесь есть даже сладкая вата. В общем, здесь есть все для того, чтобы провести свой не только целый день, но и 24 часа. Все как в нашем челлендже. Вау, целый кусок. Вкусно? Усатая девочка. Да ты Дед Мороз, слушай. Ты просто Дед Мороз с бородой. Да, да, да. Утомилась, да? Сил уже нет совсем. Дайте отдохнуть, в игровой детской комнате уже зависла. Малышей здесь нет, хоть здесь просто можно передохнуть спокойненько, да? Без малышни. Вот что бывает, когда играть еще хочется, но сил уже больше нет. Юный блогер уже просто утомился и спит, реально. Спят усталые игрушки, книжки спят. Утомилась блогерша. Непростой челлендж, конечно, 24 часа в игровом центре. Это, я вам скажу, испытание. Давай, давай, Алексей, давай, беги. В общем, мы так и не поняли, что здесь делать, но бежим. Поняли, что надо бежать. Беговая дорожка. Алексей вот подумывает поиграть в дартс. В дартс будешь играть? Опа! Пытаешься делать трюк? Смотри, ни себя не убей.
Челлендж в челлендже. Оба! Да! Yes! Ой, ты все собрала, все! Вау! Давай, 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 давай! Молодец! Ну-ну-ну-ну! Не успела! Давай! Опа! Оп! Оп! Да, нелегкая эта работа. Упс! Ну а здесь танцульки. Здесь нужно повторять танцевальные движения, ну и потом выдаются баллы каждому участнику, кто выиграет. Еще одна геймерская зона. Много, конечно, здесь всего. Алексия уже утомилась сама играть, просто смотрит. Так, здесь еще и киберзона. Лекси, здесь играть будешь, нет? Здесь зато есть удобные диванчики, где можно будет отдохнуть, да? Устала девочка. Утомилась. Перерывчик. Давай, мы в тебя верим. Чуть-чуть не хватило. Да, опять! Чуть-чуть, да! Вау! Десяточку, друзья мои! Не шутка! Ну ты даешь! Ну ты вообще крутышка! Крутышка в 25-очку! Вообще обалдеть! Круть! Молодец, Алексей! Это когда играть еще хочется, но сил уже больше нет, да, Алексей? Сил нет совсем уже. Просто. Я не знаю, мы здесь уже сколько часов? Наверное, 9? Больше? Скоро уже закрытие, потерпи. Уже все уйдут, посетители, будешь уже, найдешь укромное местечко, будешь спать. Алексия любуется, ее не взяли на этот аттракцион, потому что по весу от 40 килограмм. А она у нас худышка. Ну что ж, наш челлендж подходит к концу. Вот уже комплекс игровой закрылся. Последние посетители уже выходят. Ну а Алексии в качестве исключения разрешили остаться здесь для своего челленджа 24 часа в игровом центре. Кажется прикольным поиграть, пока никого нет, но я так устала, что уже не могу. Так что я отрубаюсь. Все. Я спать. Пока-пока. Get down with it, baby.